программа ориентирована на поддержку молодежи, мотивацию, развитие и социализацию. Как профессиональные менторы, своей задачей видим необходимость объяснять очень важные жизненные ситуации, для того, чтобы каждый молодой человек на сегодняшний день понимал, кто он, кем он может стать, как можно, возможно, избежать каких-то, может быть, ошибок. В рамках этой программы 80 менторов были объединены с темой делиться своими историями, историями, которые позволят где-то пересказать опыт. В рамках вот такого формата открытых встреч проходят беседы, связанные с лидерством, карьерой, бизнесом, взаимодействие, нетворкинг сегодня, умение создавать себе окружение является одним из факторов успеха в жизни. Все это основополагающие принципы развития. И в рамках года молодежи, в рамках будущего года, года волонтеров, да, я надеюсь, что действительно эта программа станет очень значимой. Необходимо ориентировать молодежь на то, чтобы обращать внимание на социальный бизнес. Это бизнес, направленный на решение определенных социальных барьер. Рост – это прежде всего знания, умения и навыки. И умение зарабатывать – это как раз умение развить в себе эти навыки, которые были бы ценны для работодателя. Они могли приносить ценность в любом бизнесе. В сегодняшней встрече я узнал то, что я могу использовать многие возможности, которые сейчас я имею, не тратить время впустую и общаться с людьми и узнавать просто. Жизненного было, в общем-то, много, но главное, мы узнали, что есть такой клуб, ну, где можно заниматься лидерством, узнать для себя многого, познать, разузнать новые сферы жизнедеятельности. В будущем я тоже хочу заниматься каким-нибудь производством, открыть свой бизнес, нанять рабочих. И то, что я узнал, то, что для меня это было важно, это финансовая грамотность и как начать бизнес. Я сам планировал открыть в скором времени бизнес. Вот также я хорошо узнал, что есть курсы у нас в городе. Я не знал, правда, что у нас в городе такие есть курсы. Это очень полезно, это очень актуальная тема, и для молодежи это самое нужное.